Правительственная делегация посетила ДАК «Агрокомплекс», в частности, два завода по производству томатной пасты и переработке молока. Предприятия заработают уже в сентябре, а вот как идет подготовка к официальному открытию, расскажет Хадижат Мазгарова. Завод по производству томатной пасты – один из главных объектов ДАК «Агрокомплекса». С него и начала осмотр территории правительственная делегация. Заработает предприятие уже в начале сентября. Со дня на день должно поступить сырье. О нем говорили уже на совещании. Нехватка трудовой силы – одна из главных проблем. Если вовремя не собрать, до 30% урожая помидоров рискует остаться гнить на грядках. Не хватает как сезонных рабочих, так и квалифицированных специалистов. Вторую смену работать. Опять ищем компаньеров, чтобы отправить их сменить на вторую смену. Вот их сейчас нету. Давайте. Ну, вот компаньеры – это временная работа. А вот остальные – электрики, токаря. Мы вот сейчас мастерские новые строим по ремонту, сервисному ремонту своей же техники. У нас колесной техники уже около 100 единиц. Важно проработать механизмы организации труда, привлечь местное население, создать необходимые условия для рабочих. Такое поручение получили главы районов северной части Дагестана. В ряде районов управления сельского хозяйства так и остались фиксаторами отчетности передачи сводок по вертикали. А адаптация к условиям, требующим и поиска инвесторов, и создания им благоприятных условий, многим еще предстоит пройти. Затронули на совещании вопрос с подачей воды. Заиленные каналы, расчистить которые аграрии своими силами не могут. С долей обиды выступили и частные арендаторы. Арендатор, ноль к нам внимания, ноль. Я здесь никого из этого зала, никого не знаю, потому что им это все интересно, то, что мы делаем. Есть нормальный руководитель, глава администрации вашего района, есть службы. Нормальные, толковые ребята, давайте на этом уровне решайте вопрос. Если они не решают, пожалуйста, обращайтесь, мы готовы приехать, мы готовы помочь вам. Принято решение создать координационный совет, куда за консультацией смогут обращаться сельхозпроизводители. Свою помощь предложил и ДАК «Агрокомплекс», предоставив арендаторам технику. Помочь производителям в хранении продукта должны и строящиеся овощехранилища. Это 5 строений, оснащенных самой современной системой вентиляции. На первый план сегодня выходят вопросы создания оптово-распределительных логистических центров, позволяющих выращенную продукцию без потерь доставить потребителю. Осмотрели сегодня и завод по переработке молока. Запущена новая линия, которая расширит производство и позволит создавать разные виды молочной продукции. Мы надеемся, что это молоко будет пользоваться спросом. Молоко, кефир, сливки. На этой разлитой именно на этой установке будет пользоваться спросом. Официальное открытие всех трех объектов – завода по производству томатной пасты, овощехранилищ и нового цеха молочного завода – запланировано на сентябрь. Хадижат Мазгарова, Эльдар Ибрагимов, Расул Дибиров. Время новостей.